Усап, папа Зингел, с вами Флэнчкей. Добро пожаловать в Among Us. Это финальная вроде как каточка. Мы не собирались еще пока что, но в любом случае все эти стримы, все вообще вот практически ролики, мы играем это все на трово, поэтому если еще ссылочка будет в описании. Желаю вам приятного просмотра. Ехала. Стоят, блядь, над маленьким. Так, и что я делаю, оппортунист, блядь? Do whatever it takes to survive. Делай... А-а-а, просто выжить, блядь, и все. Ну типа survivist, блядь. А, стоп. А, просто выживи, типа, окей, понял. Нет, я не пойду лет. Труп слева. Да за что меня третью игру? Я около голландского стоял. Вот, я видел Чупикса справа, где карточка последний раз. Голландский был у стола. Сейчас попись. Кто влево побежал? Может, кто, типа... Ну, видимо, лево никто. Это где? Камера? Лево, я камера. Лево, да, это вот под камерой. Ну я побежал, но меня, сука, третью игру убивают первым. Все хорошо, я такое бываю. Давай, Литпут точно не мог это сделать, я точно не мог это сделать. Ну это скип. Толя следователь маленький. Ну подожди, нет, стой. А может мелкий убивать умеет? Голландский Чупикс вместе. Бессмертный убийца, было бы классно. Я с Литом. Лит, Толь, ты с кем? Я в центре был у Бенза. И никого не видел. Ну все, это ураган, ну, блядь, нет, тогда. Не, подожди, либо Ася, либо Толя. Толя, возможно, больше типа про траектории. Я от админки только вниз забегаю. Аси, кого ты не, видишь? Потому что я вообще один был. Кого ты админки, видишь? Админки, типа... тебя нету в админке. А, я долбоёб, это не Толя, это Аси вниз. Тогда, все. Аси, ты хранилище, кого видел? Кого видел? Да никого я не видел. Ну все, тогда да, ты не уходишь. Не было его в админке, не было его в админке. Все, я Аси. В смысле я со хранилища забегаю с админки, алло? Мы стояли Чупикс просто, Чупикс просто... Бля, я долбоёб, подожди. Убивал, нет, так мы с голландским стояли у входа в админку, да, у тебя не было нигде. Так это долбоебизм, у нас 2 кило, если чё, я чё-то так вообще проморгал. Ты говоришь, что ты выбегаешь с админки. Так, я могу, я могу фейкануть, что я трейдер, вы меня кикните, я выиграю, правильно? Так мы стоим в проходе между админкой и хранилищем, ты говоришь, что ты туда спускаешься, как так? Ну да. Ну да. Пизда, блядь, уйди отсюда. Блять, окей. Я доделаю дело свое, если не волнуйся. Сейчас роль мою увидишь и поймешь. Не поймет. Блять, я могу. Нет, я геймпада не могу управлять, сука. Кто же там, блядь, остался? Голландский бежал, бежал и упал. Голландский только что жив был. Да. Он бежал, бежал и упал. Джонни выходит с электрики. Там был Толя, да, типа выбегал голландский, который был вместе с Толей, пошел вниз. И падает труп рядом с тобой. Я не думаю, что тут есть какой-то... Ну да, может быть голландский, есть... Голландский выбегал из электричества? Да, там это он... Это саморепорт, может быть? Это я может видел, быть только, самый... как от меня двое убегали, и все. Ну, это может я, быть смотрите, самый... я объясняю, как было. Я бегу с хранилища налево. Голландский убегает, падает около меня, и Джонни выходит с электричества. Да, и Литпут типа заходит, и исследуется, и я что? Я Литпута не видел. Но ты понимаешь, что типа это может быть ядовитый, либо ты убил просто, и тебе не осталось. Ну, так и есть, и это яд. Ну, я не уверен просто, в этом. Потому что он упал, просто один шел и упал. Ну, я просто... И, Джонни, просто... а то, что ты мне показал это, ну правда, или ты геймпад достал? Я на клаве это делал, блядь. Это раз, во-вторых, я включил настройку, что... Ну, типа, нельзя спалить, подожди, короче. Ураган, вот смотри, ты когда зарепортил в прошлом раунде, я и голландский стояли в другой части. Кто еще кого огораживал? Джонни и следователь были, да. Так, получается, остается Литпут. Ну, судя по такой логике. Хорошо, подожди, давай... Давай подумаем так. Сейчас, извини, Литпут, прошу. Литпут был в электричестве сейчас. Жить, а где сейчас? Он заходил с... снизу. Рядом, да, прям упал, короче. Ну я стоял, туда заходили, выходили люди. Да, да. Минимум двое или трое были. Либо это Джонни с... Не-не-не, короче, ну тут, наверное, логически посудить, что тут, наверное, был импостером Литпут и Аси.
Либо это Чупикс. Это, возможно, сам репорт был. Да, да, это может сам репорт, да, я согласен. Поэтому я сейчас Чупикса выкину нахуй. Давай. Ты думаешь, я не смогу? У меня способность есть. Ну сможешь, но проебешь. Так. А. Итак. Я думал, Джонни. Ну ладно. Делаем вывод. Смотрите, смотри. Либо у нас такая ситуация повторилась, как и в прошлый раз. Что два импостера, типа, и один мирный остался в живых, либо у нас реально остался один импостер? У нас один импостер, знаешь почему? Потому что, ну, условно говоря, я 100% мирный, Толя у нас ребенок. У нас остаетесь вы вдвоем ссоритесь, следовательно, один из вас импостер, все. Ну, я тебя не обеляю вообще-то, врагом. Ну, а я себя обеляю, блядь. Ну, я тебя... Я вообще, я не понимаю, у нас один импостер 100% остался. Поэтому мы можем скипнуть, доделать задание. Ну, я хотя нихуя не делал, но похуй. Не, у меня задание дохуя еще. У меня 4 задания. 4 задания всего, Чупик, задание дохуя еще. Ну, там качать файлы надо. Ну, иди докачай. Дженни, ты 100%. Ты мне не дашь докачать. Я давно не играл с Дженни, просто не знаю. Не-не-не, Толя, я не постер, нет. Я типа просто... Если бы я понимал, как работает пароль, потому что у меня есть кнопка, и она никогда не активна. Я не понимаю, как... А, ты бомбер? Вот моя роль, возможно, пиздец как поможет нам сейчас, блядь. Но нет, смотри, там вроде как, если есть последний импостер, он может роли угадывать, поэтому... Бля, мы что ли каким-то образом, нахуй, не знаю. Бля, если... Ты ж меня сам видел. Нет, я знаешь про то, что, типа, мы обеляем тебя, потому что ты ребенок, поэтому, типа, ну ты же взрослый, 17 лет, как-никак. Нет, я стоял на свету до этого, что ж, я не знаю, ты забегал, нет, я вообще не двигался, типа... Не, я видел, что ты, да, но... И у вас там киллы, короче, какие-то шли. Ну, короче... Я даже не видел, что у вас там снизу подо мной было. Если ты вдруг ребенок-импостер, мы охуеем, реально. Бля, может он реально импостер? Ну, типа... Так он реально уже вырос, наверное, нет? И все, можно, типа, ухуярить? Так. Экстраган. Блять, что за хуйня вообще? Одну кнопку нажать. Бля, светов нуля. Так, Толя был? Блять, я свет только что починил. Да ну нахуй! Кстати, меня бежал. Да ну нахуй! Ураган над электричеством. Чё, блядь? Чё, блядь? Остаешься ты. Ты чё, издеваешься? Я с тобой в электричестве, ты сверху был. Некого обучали. Я прям с тобой забежал, ты чё, блядь? Блять. Бля, я вообще думал, что это Джонни, сука. Просто я видел... бежал под конец. Блять, а как я это объясню, Джонни, то нахуй? Джонни прям, ебать, как бежит за мной, свет вырубается, я убегаю от Джонни и смотрю, как труп Джонни, блять. Я просто репорт. Ну, последний кадр, который я видел, это Толя Джонни. Потом я пошел чинить свет, все. Нет, дядь, ты забежал наверх, я остался снизу у входа, блядь, в электрику со стороны внутренней. Как и потом ты спустился. Ты че? Ну, пиздец. Не, ну, блять, ну, я же не тупой. Я условно. Бля, в первом раунде ураган зарепортил труп. Начал говорить, я начал меня с Галом выгораживать. Джонни выгораживал Толю. Аси вел себя странно, он улетел как импостер. Ну, типа, ураган, если бы я был импостером, то последний, кого бы я убил Джонни, я бы убил урагана как раз таки. Потому блядь, что, типа, если Аси делает... импостер, то, блядь, он только тут. Не, подожди, смотри, в первом раунде было 2 килла. Убили Ява, убили Зната. Я репортнул вроде Зната слева, его убил Аси. Еще один Яв, где валяется, никто не знает. Он мог быть и в вашей парочке, Чупик, и в Толиной парочке.
Вполне. Короче, я долбоёб. Голосуйте, что вы, блядь? Я вот так. Пизда. Я проголосовал. Потому что... Блядь, я не знаю. Я задание не успею. Медиум, ты видишь меня? Медиум. 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 Медиум видит меня? Медиум, медиум, блядь. Там пизда сейчас будет. Там смерть. Сука. Прикиньте! Блядь, ну это лучше. Пиздец. Это слишком имбово. Ёбаный ребёнок. Так там прикол в том, что типа, подожди, ты изначально мог убивать Толь? Да. Да, да. Да, да. Чё за тупая роль медиума? Мы даблкилл сделали. Бля, кстати, тоже не понял, чё. Confuse the impost? What? А, они типа думают, я их тиммейт? И всё? Или чё, блядь? В чём прикол спай? Confuse the impostor, блядь. Пойдем, пойдем. Пойдем убивать, типа. Пойдем убивать. Типа, пойдем убивать. Даблкил хуярить. Пойдем даблкил хуярить. Тут даблкил не сделать. Я, блядь, я импостер среди импостеров, вы понимаете? Я реально импостер среди импостеров. Бля, надо понять, кто импостер реально. С кем нужно пройтись, блядь. Надо понять, блядь. Ну-ка. Блядь. Че еблан вообще? Че это за хуйня была, блядь? Он всех заразил. Знаете, как это работает? Я один раз можно заразить одного. И я заразил Яла. От Яла каждый из вас начал заражаться. Последний, кто предпоследний оставался Джонни, он потом подошел, начал заражаться. И у кого 0% было, единственный Толя не был заражен. А чем заражаться? И он под конец заражился. Просто подходить, походу. Так крутились возле друг друга. Ураган лет, вы поняли вообще, что произошло? Почему я третий импостер был? Вот да, в чем? Типа ты котом этим ебучим был? Или чё? Нет, я просто, блядь, импостер среди импостеров, я мирный. Я Друзья, типа... ты видел то, что мы импостеры? Нет, бля. О! Духи! Духи! Явитесь, блядь, ёб твою мать. Духи, явитесь, суки ёбаные, блядь. Духи. Духи. А духов-то нет, блядь. Ну только не надо меня убивать, пожалуйста. Духи, блядь. Ну, это не Джонни. Дедпут ураган на камерах. Че скажешь, знать на камерах следует. Я скажу, что кто-то убил, на камерах прошел мимо, я не обратил внимания. Блять, интересно, кто это мог быть? Один на. Нет. Блять. Под подозрением следователь Ял, Знат и Джонни. Схуяли. Не-не-не, Джонни был вместе со мной, мы были на свету, и вот. Говори только Знат. Все. Нету, я не видел никого, я просто видел, что Ася, потом труп упал слева. Он заранее подозрительно бегал, а потом упал. Серьезно, отвечаю.
Значит, что за шиза у тебя? Да реально, блядь, вторая лишняя. Не понял, Джонни, что за херня? Это я делал. Он еще не вылетел? Что за хуйня, блядь? Чё? Он якорь, блядь, что ли, в этой игре? Чё? В жопе якорь, походу, ребята. Не работает. Дух, дух. О, сейчас мы свяжемся с духом. Сейчас мы с духом свяжемся, нормально все. Жить, жить, жить. Сейчас дух мне подскажет, блядь, кто же его убил. Духи! Так, не убивай, не надо, не надо, не надо. С духом связаться надо, с духом связаться. Дух, блядь. Дух, блядь. Дух, блядь. Дух ёбаный, ты где? Дух, блядь. Может, он на место смерти должен был прийти, блядь? Ураган, где ну? Взял, стоят, блядь, фотокамера, где чинит саботаж. Да. Я улетут. А так, чё вы не идете саботаж чинить? Я не жду. Чинил, если чё. Я жду. Да, я видел, как он скинул. Ты слишком нагло для 15-летнего базаришь. Чупикс? А чё, да. Почему знато не выкинуло? Вот у меня вопрос. Якорь. Смертный. Так мы 4 голоса там было, да? Брат? Якорь в команде. Да. Или 5. А что за якорь? Я не знаю. А чё ты, знат, думаешь, вы вдвоём играете, тебя и выкидывать дважды надо? Да. Давайте ещё раз. Духи! Бля, опять он со своим казино. А Чупикс может еще по... Я так писать хочу, вам не передать. Блин, я тоже пиздец. Дорогой Чупикс. Черноголовка, Байкал, всю выпил. У меня прям рвет парус, понимаешь? Я думаю такой, ну давай, знат, кто-нибудь, убейте меня уже, я пойду пописи быстрее. Он стоит и смотрит на меня. Так, а кто импостер, ребят? Сейчас скажут. Не знаю. Но у меня пока Джонни белый, я его видел. Белый? Это Гэл, блин, это Гэл. И знат, скорее всего. Ой, знат, блин, да голландский. Потому что он нижний саботаж сол починил. Это Гэл, блин. Да, это Гэл. Ты вместо скипа. Мы обосрались, ребят. Это Гэл. Так, этот дух, блядь, будет сегодня что-то мне говорить? Понятно, блядь. Голландский, который черный. Он белый, блядь. Бля, как мне с этим реально духом связаться, нахуй? Так. Блять, хуёвые задания остались. Ага, на камерах убили. Чё, на камерах убили? Посмотрим. Не, я вам скажу одну вещь, Литпут, вот прям 1000000% скорее всего этот. Миллиард процентов, скорее всего, блядь. Мирный. Почему? А, мирный? Да. Давай голландский, ББ. Бля, какого хуя так быстро голландский, вырос, да, вот я тоже. А я как? А я 200 секунд поставил, ты за 3 минуты вырос. Голландский в прошлом раунде единственный, кто нижничего себе отношу чинил. Да, ничего не... И не, он ничего не голосовал. Не понял, я ведь починил нижний саботаж и еще и на ты починил в самый последний момент, когда я пришел, блядь. Потому что я пришел. А что ты в прошлом голосовании не закинул ни в кого? Ну, в знато, точнее. Ты. В знато я и закидывал. Так вы меня закидывали. Ничего, ты не проголосовал. Ты не проголосовал. Я голосовал в знато. А тут есть типа пеликаны или сокол? Вы сейчас рофлите или вы реально тупые? Не, есть сокол. Сокол есть какой-то. Вы что, прикалываетесь? Как вы меня вообще кикаете? Кнопкой, блядь, чем же еще? Кнопочку нажали. Я ничего не делал. Вот поэтому и кикнули, потому что ничего не сделал, блядь. Все, пошел нахуй отсюда. А что поражение? Так, Виктория. Виктория. Что за дичь? А не, у меня поражение. У тебя этот Шрёдингер. Я даже саботаж. Да ты заебал это говорить. Да у него такая фамилия. Аси, слышишь? А, подожди, так Шрёдингер, он типа ничей? Это он импостер? Я с тобой связался, хули ты ничего не сделал?
А он мышь. Да я отходил сейчас. Бля, вот ты АФК нахуй, реально, блядь. Вообще, вот знаешь, типа. А как ты со мной связался? Я медиум, я с духами связывался могу, блядь. Спасибо огромное за то, что посмотрели ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под видео. С вами был FlashGay. Всем удачи, всем пока.